средняя. У нас горная местность, горные дозоры бывают длинные. Допустим, где-то что-то надо проверить, какой-то участок. А она, если пробежала километров 10-20, уже, соответственно, надо сперва отдохнуть ей, а время уходит. Вот для этого у нас и придумали это седло. Были такие случаи, что снег выпал, когда в горах мы в дозоре были. Лошади, соответственно, было идти тяжело. Снег был глубокий, собаку с седла попросили. Но что она сделала? Прошла метров 10-15 и начала останавливать лошадь, чтобы залезть обратно. Если